у подножия горы. Колчак были расстреляны 3000 человек, практически все жители нашего города. Они пролили кровь свою за нас с вами, за то, чтобы мы могли достойно по-христиански жить. И мы почитали их бесценный подвиг. Потому что их кровь очистила наши грехи, грехи народа нашего. Поэтому место то свято, надо туда с благоговением подходить, вспоминая. Но там нет никакого памятного знака, может быть, есть там доза какая-то, не знаю. Но мы должны понимать, что там лучшие сыны отец, дочери, дочери Отечества сложили свои головушки. И кровь текла в море черное. Поэтому воды Черного моря освящают их кровь. И кто с благоговением входит в эти воды, понимая, что они освящены кровью мученика, того Господь и очищает, и Господь, и помогает. Поэтому вспомним всех новомучеников, страдальцев, имена которых он в большинстве там или не знает, но Бог знает эти имена. Бог знает этих людей, которые испытали весь этот ужас, которые взяли на себя и понесли это крест на Голгофу и пролили свою кровь. И никто не спросил, хотят ли они умирать. Никто не позаботился о них. Их жестоко и бесчеловечно уничтожали, убивали. Поэтому всякое кровопролитие, всякое насилие над человеком оно страшно. И Господь этого не желает. Будем помнить подвиг и страдания наших отцов на земле, которые не дожили до этого времени, которые сложили свои головушки в молодом возрасте очень часто. Но они взирают на нас с небес с надеждой, что мы грехами своими не омрачим их память.